стыдно смотреть твои видео. С кем тебя шиперы, дурак? Я смотрю, думаю, господи. Я выгораю. Вот не повезло, я первый пришел. Это просто... Моя... Это мое. Так, нужно, наверное, слюнять. Подожди, ты хочешь, чтобы все люди знали, какой ты плохой человек? А что, ты хочешь, чтобы я... Давай вместе. Нет, Костя, я хочу быть вдвоем. Ну что, у вас тоже одна большая? Я так не завидую Косте. Просто вообще. Слушай, мы сразу разобрались, что там никто не будет спать, что на лбу. Да, мы тоже. Костя, не хочу спать. Ну, типа, почему? Дома это нормально, а в отеле, типа, не нормально? Я тебя на свою кровать пустил. Да я сплю там. Косте немного стыдно за его поведение в моих влогах. Я могу рассказать тебе секрет. Вот если ты не вставишь этот секрет, то тогда, значит, ты цензор. Когда Костя включает камеру, я специально притворяюсь, что я пошлый и веселый. А на самом деле в жизни я просто такой. Как у себя на канале. Okay. Но Костя включает камеру, я начинаю играть. Типа, а, Костя, все тебе верят. Вы себе понимаете, что тут не должен никто спать? Здесь удобно заниматься сексом же то. Мне кажется иногда, что как бы люди тебя узнают, и ты им больше становишься близким, ты нравишься им. Тем, что я притворяюсь, лучше буду естественным. Ну давай, естественный Костя, как он ведет себя. Вот так. Мы вызываем такси. Сегодня прекрасный день. Погода вроде бы неплохая. Нет, так, по-моему, себя Кирилл ведет. Тебя никогда больше не будет в этих видео. Вот видишь, все. А мне нужно вести себя так, типа, мы едем. Костя, наконец-то мы с тобой про первую брачную ночь. Классно, да, мы обновили сегодня? Я вот это ставлю, только последние слова. Тогда будет натурально. А вон официант идет, наверное. Кто? Ираклий? Слушай, ты видишь, что сцена не очень высокая? Да, сцена нормальная. Это наша сцена, а мы One Direction. Я Зейн, точно. А я кто? Спишите комментарии, кто я. А там не было корейца. А ты этот белобрысый. У нас, слушай, все время у тебя ролевые игры какие-то. То Фродо, там то еще что-нибудь. Так, Костя готовится к выступлению. Мы белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли. Здесь все, только один человек, кто может тебя подпевать. Кость, это ты с утра! Я думал, это я съем. Кореец. Пароль другой. Почти. Кореец. Нет. Кей-поп. Кей-поп близко. А? Какая группа? Бэнд. Попытка номер два. Что? Какая группа? Биг Бен? Я не помню, как называется. Три буквы. BTS. А есть как группа BTS? Да. Какая ассоциация у тебя? Вьетна. Шляпа? Вот у них такие эти есть. Там. Трансвести. Южная Корея? Кореянки. Северная Корея? Кореянки. Ким Чен Ын. Беларусь? Лукашенко. Россия. Блин, я сейчас Путин. Что? Господи, Костя всегда стебется над тем, что я ем обед, понимаете ли, на завтрак. На самом деле это обычная еда. Какая разница? А дома ты что ешь? Так же ем. Просто ни одного овоща. Just sit back and enjoy and relax. Thanks, my darling. Привет. Мы пришли с вами в эту комнату, чтобы посмотреть YouTube. Вам будет интересно. У нас есть идея записать ASMR с Косео. Он недавно знал, что мне нравится ASMR. Если вы хотите такие видео, то просто дай мне знать, детка. ASMR, дорогие. Иди нахуй. Целую. То я стану тортом скоро. Ничего себе, почему он тебя так быстро целовать начал? А тебя не целует? Меня сразу целует. Ой, Кирилл расстроился. Он меня начал... Потому что...
Спасибо, Косёв. Был вам Пожалуйста. Спасибо, хозяин, что выпустил меня ненадолго. Достаточно просто комплекс, всё.